Работа в этом направлении началась еще в конце прошлого года, когда в мэрию Сочи обратилась инициативная группа общественников и предпринимателей, готовых участвовать в реализации проекта. Весной появились первые наглядные результаты. На многих муниципальных пляжах при подготовке к летнему сезону были установлены урны для раздельного сбора мусора. Установили их и почти в 40 сочинских здравницах. Следующий вопрос – как и кто будет вывозить собранное? Во всем пляжам, там, где есть раздел, рассказывать, ну, через громкоговорящую связь о том, что уважаемые гости курорта, в городе Сочи внедряется система раздельного сбора мусора. Убедительно просим вас то-то делать. Люди принесли туда вот это вот сырье, а ее забирает тот, кому она нужна. Бесплатно, но забирает он. То есть кому нужно? Кто нужен? Нужно тому, кто ее перерабатывает. Теперь арендаторы пляжей и руководители здравниц должны заключить договоры на вывоз отходов с компаниями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися их переработкой. Но проблема в том, что в городе пока нет площадок для перегрузки, откуда вывезенное вторсырье попадало бы непосредственно на переработку. Глава города поручил департаменту ЖКХ в 5-дневный срок подготовить предложение по таким площадкам, а также провести встречу с заинтересованными предпринимателями. В целом на оформление необходимой документации уйдет около месяца, после чего можно будет говорить о полноценном старте проекта по внедрению раздельного сбора мусора в Сочи. Он, к слову, включает в себя не только сбор и вывоз на переработку вторсырья, но и разъяснительную работу с населением о культуре обращения с отходами.